«Привет в будущее». Аж в 31 век написали послание своим потомкам ученики 25-й школы. И в свою очередь получили привет из прошлого. Газеты, созданные руками ребят десятки лет назад, повествуют о школьной жизни того времени. 120-летний юбилей родной школы отмечают педагоги, выпускники и нынешние ученики. Очень приятно приходить в школу. Ты чувствуешь себя как дома. Как говорит дом, школа – второй дом. Как домой приходят сюда и выпускники. Признаются, школьные стены, звуки и запахи – все возвращает в детство. Когда еще я сидел за партой и отвечал на сложные вопросы, когда-то казавшиеся мне сложными. Сейчас уже 4-й курс аэрокосмического университета. И уже вопросы кажутся не такими сложными. А когда-то казалось так сложно учиться, казалось это такой проблемой, там, выучить биологию к экзамену или к контрольной работе. Истории школы уходят в далекое прошлое. В конце 19 века сестры Харитоновы решили открыть частное учебное заведение с пансионом для девиц. За 20 лет оно выросло в солидную гимназию с собственным стилем преподавания. Еще гимназия Харитоновых была одной из лучших гимназий в Самарской губернии. В 20-30-е годы школа носила звание образцовой школы. И сегодня наши результаты, результаты ЕГЭ подтверждают, что мы даем очень хорошее качественное образование. Сейчас 25-я школа считается одной из самых престижных. Здесь учатся около 1000 учеников, и родители со всех районов города буквально борются, чтобы записать ребенка в первый класс именно сюда. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.